Международный день музыки собирает всех желающих приобщиться к великому и вечному искусству. Холл библиотеки имени Чехова давно превратился в выставочный и концертный зал. Сегодня в этих стенах звучала живая музыка великих русских композиторов, а выставка картин воспитанников детской художественной школы украсила мероприятие. Нынешний Международный день музыки был проведен в рамках юбилейного года Александра Пушкина. 1 октября вся музыкальная общественность отмечает Международный день музыки. Мы празднуем его каждый год. В этом году отмечается также 220-летняя годовщина со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Трудно переоценить тот вклад, который внесло творчество Пушкина в русскую культуру и в том числе в музыкальную культуру. Поэтому два замечательных праздника мы отмечаем сегодня в библиотеке имени Чехова. На протяжении всего мероприятия воспитанники детской школы искусств читали прозу и стихи Александра Сергеевича Пушкина, а небольшие театрализованные композиции хорошо вписались в атмосферу музыки XIX века, ведь музыка – своего рода язык, понятный всем людям, независимо от возраста. Мелодия – это душа в музыке. Музыка очень красивая, и у Пушкина тоже красивые стихи, и иногда даже сочиняют такие песни со словами Пушкина. Школьники, присутствующие на мероприятии, принимали активное участие в подготовленных сотрудниками библиотеки викторинах и дружно цитировали стихи Пушкина. В финальной части мероприятия прозвучали произведения русских композиторов XIX века в исполнении воспитанников и преподавателей детской школы искусств. Музыка всегда была и будет величайшим искусством, достойным восхищения и преклонения, так как выполняет благородную миссию, объединяет людей. Людмила Улихина, Валентина Сираж, Алексей Покатило, Азов.Инфо.